Всем здравствуйте! Сегодня хочу показать, как сделать вот такие вот серединки для бантиков или цветочков коллаж своими руками. Для работы нам понадобится основа, полубусина и маленькие или большие стразики, смотря что у вас есть в наличии. Также нам понадобится леска для плетения бисером и клей. Также пинцет. Приступим нанизываем бусины на леску. Продеваем последнюю бусину еще раз. У нас получился вот такой вот круг. Теперь просто зажимаем леску . Когда у нас все выложилось, мы натягиваем леску с двух сторон и теперь даем застыть . Наша серединка подсохла и теперь мы просто берем и тянем за леску. Леска у нас досталась, и теперь вот такая вот серединка с вами получилась. Теперь нам с вами нужно просто ее вырезать. Такие вот серединки, после того как вы вырежете, у вас получится. Всем творческих идей, хорошего настроения. До новых встреч!